технология блокчейн для обмена ценными бумагами. Крупные финансовые компании провели тестирование по проведению операций с ценными бумагами. В нем приняли участие американский финансовый холдинг JP Morgan Chase, инвестиционный банк Goldman Sachs, французский финансовый конгломерат BNP Paribas, швейцарская международная финансовая группа Credit Suisse Group и международный банк CIT. Планируется, что тестируемый проект, который проводится на базе блокчейн-платформы X-Core, разработанной стартапом Exony, сделает обработку платежей с ценными бумагами более быстрыми. Обменные операции с ценными бумагами являются сложным и комплексным процессом, и для их оптимизации лучше всего подходит технология распределенного реестра, сказал генеральный директор Exony Грег Швей.